Италии, дамы и господа, ваши аплодисменты. Золотой голос России. Спасибо вам большое, а его на сцене сменяет юная дарование 14-летняя Анжелика Эланж. Ее песня «Let's face the music and dance». Итак, танцуйте и будьте счастливы. Господа, Анжелика Эланж, ваши аплодисменты. Я попрошу.
прошу ее остаться на паркете. И сейчас мы с вами станем свидетелями рождения удивительного дуэта. К ней присоединяется Леонид Пахталин. И в исполнении этого соединение юности и мастерства, великолепная песня, гимн Барселонской Олимпиады, «Amigos para siempre», Леонид Пахталин и Анжелика Элаш. Дамы и господа, Леонид Пахталин.
Сталин и Анжелика Эланж. Ваши аплодисменты. Рождение удивительного дуэта. Великолепные голоса. Поаплодируйте. Спасибо, Леонид. Спасибо, Анжелика. И они передают... Только не уходите так быстро, потому что у нас для вас есть подарки памятные об этом выступлении.